Данное видео посвящено бесплатной программе VideoPad, и с помощью нее я покажу, как легко и просто можно добавить текст либо субтитры на видео. Для начала добавим наш видеофайл. Когда наш видеофайл добавлен, перемещаем его на временную дорожку. Для того, чтобы добавить к нашему видео субтитры, переходим по пиктограмме «Субтитры». Как видим, открылось диалоговое окно, где мы можем размещать наш текст, смотреть начало его, окончание, а также его редактировать. Выберем интересующий момент, куда бы мы хотели добавить наш текст. Вот мы добавили наш текст и можем посмотреть. Также мы можем в левой части экрана выбрать нашему тексту шрифт, сделать его жирным, наклонным, подчеркнутым, выбрать цвет текста, его контуры, а также фон, на котором будет размещаться наш текст, ну и естественно размеры. Помимо всего, мы можем изменить расположение нашего текста на экране. Если какое-то расположение нас не устраивает, мы можем изменить его более тонкой настройкой. Помимо всего, данное диалоговое окно нам предлагает сохранять наши субтитры. Для примера удалим их и добавим через вкладку Load. Как видим, наш субтитры легко добавлен. Также мы можем отредактировать как начало наших субтитров, так и окончание. Ну и естественно их и продолжительность. Перемещая ползунки влево, либо вправо. Тем самым у нас, как видите, изменяется цифровое значение появления и окончания наших субтитров. Для того, чтобы добавить текст на наше видео, выбираем также интересующий фрагмент. Нажимаем клавишу «Add текст», и у нас появляется вот такое диалоговое окно. Здесь мы можем добавить наш текст. Как видели, текст здесь не просто появляется, а перемещается слева направо. Данный эффект делается очень просто. Мы дважды кликаем мышью на наш текст и попадаем в раздел «Редактирование». Как видите, здесь установлена вкладка слева направо. Мы можем сделать, чтобы наш текст перемещался сверху вниз, снизу вверх, либо отключить данный эффект. Чтобы изменить цвет, расположение, шрифт, настройки абсолютно те же самые. Данное отличие добавления текста в том, что мы можем выбирать не только фон, на котором будет располагаться наш текст, но и полностью выбирать фон на всем нашем видео, где располагается данный текст. Выберем «Отключить данный эффект». Еще одной особенностью добавления текста является в том, что мы можем применять к нему различные спецэффекты. Для этого достаточно перейти по пиктограмме FX и выбрать интересующий эффект, который предлагает нам программа. Допустим, выберем такой и посмотрим результат. Вот как видим, наш текст сейчас плавающий. Различных эффектов много, здесь вы можете сами поэкспериментировать и выбрать тот, который вам больше нравится. После того, когда мы закончили наше редактирование, обычным перетаскиванием мы можем переместить наш текст в любую часть видео, изменить его протяженность, выбрать ему начало, либо окончание. Как видите, добавление текста и субтитров не представляет никакой сложности. Но на этом видео заканчиваю. Все, спасибо.